Чарльз Дарвин, он открыл... Сейчас. Дарвин же тоже по биологии, да? Да. Ну, да. Не Дайвин, а Дарвин. Дарвин. Дарвин, 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 да. У вас самый легкий вопрос. Не знаю. Ну, что-то о человеке. Может, открыл науку какую-нибудь? Привет, я Жека. Сейчас я пойду на улицу, буду приставать к людям, задавать школьные вопросы по биологии, и за правильные 5 ответов я заплачу 1000 рублей. Погнали. Еще раз можешь это сказать? Я репетитор по биологии. Мне сейчас достался репетитор по биологии. Начнем с того, у тебя золотая медаль. Да. Кто в своей клятве произнес «Не вреди больному»? Ого, вопрос. Ого. Это легкий вопрос. Кто в своей клятве произнес? Неужели аллилуйя? Конечно, сейчас скажу. У вас самый легкий вопрос. Не знаю. Это биология, братиш. Блин, я не знаю. Боже, это же... Это очень легко, но я не помню. Ну, клятва, значит, ученого какого-то. 5 секунд тебе репетитор по биологии. Может быть, но это не биология, это медицина уже. Да какая может разница? Может быть, аюрведа? А? Аюрведа, может быть. Аюрведы? Кто это такие? Это известные ученые. Все гораздо проще. Хочешь ты стать доктором, ты кому клятву даешь? Гиппократ. Ну вот, брат. Гиппократ? Да. Ну ясно, я так думала, первая мысль была. Гиппократ. Гиппократ. Гиппократ? Гиппократ. Молодец. Клятва. Гиппократ. Браво! Чем известен Чарльз Дарвин? Чарльз Дарвин? Он это... я не помню. Чарльз Дарвин, он открыл... Сейчас. Дарвин же тоже по биологии, да? Да. Ну, да. Не Дарвин, а Дарвин. Дарвин. Дарвин, 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 да. Теория чего? Не знаю. Дарвин. Кто такой Дарвин? Чарльз. Ученый. Что за ученый? По биологии. Ну, что там было? Построение человека. Ну, что-то о человеке. Может, открыл науку какую-нибудь. Когда из обезьяны в человека, это что такое? Эволюция. Браво! Я не знаю. Естественный... Отбор. Ну, пускай будет так. Либо теория эволюции. Эволюция? Эволюционировала. Эволюционировала, все, да. Дарвин? Эволюция, какой, да. Понятно. Да. Теория эволюции человека. Какой-то умный человек, это браво. Браво. Сейчас будет очень для кого-то. Полезная реклама. Кому по сфере своей деятельности необходимо вести Инстаграм, Фейсбук, группу ВКонтакте? Но вы, может быть, в этом мало шарите. Может быть, тупо нету времени для того, чтобы писать посты, выкладывать фотки, текст под фотками. Это же работа, это глобальная работа. Ребята очень грамотно и четко это делают. Выберут специального специалиста, который шарит в вашей отрасли, который будет писать за вас все посты, когда нужно их выкидывать. Целая команда будет анализировать ваших конкурентов и делать круче, чем у них. Они к тому же еще и продвигают ваши посты различными техническими способами, которые только возможно. И бонус, естественно, от меня. Пройдя по ссылке в описании, ты получишь 15% по промокоду НЕГОДЯЙТВ. Как называется поглощение углекислого газа и выделение кислорода растениями на свету? Выделение углекислого газа. Фотогенез. Рядом. Растение. Бьет свет в это растение. До этого растение употребило углекислого газа. Может, какой-нибудь фотосинтез? Фотосинтез. Фотосинтез. И выделение кислорода растениями. Фотосинтез. Браво. Клетка, образующаяся в результате оплодотворения. Как называется? Ты чё? Сперматозоид. Клетка, которая... Не подскажу. Что сейчас? Сперматозоид? Нет. Вот этого, наверное, не скажу. Как блевота? Гитлеру отвешивали что? Обычно.
Зигота? Да, брат. Зигота? Зиготу! Зиготу. Зигу кидали ему. Браво! Назови самые маленькие кости скелета. Где они? На пальцах? Нет. Я понял. Можешь либо пальцы, либо, не знаю, на попе у нас большие кости. Если не врет Википедия, 0,05 грамма весят эти малышки. Не отвечу. На спине этот. Нифига. Сейчас скажу. 5, 4. Лица, понятно. 3, 2. Носа. 1. Или глаза. Или ухо. Ухо. Молоточек, наковальня в этом духе. Ушах. Браво. Браво! Снимай все это дело. Раздача миллионов. Раздача миллионов. Братишна. Ты рад? Да. Аплодисменты, все аплодируют в ладоши. Таково быть репетитором на биологии. Супер, спасибо. Красава, что скажешь? Да ничего не скажу. Ну все тогда. Скажи, пускай они подписываются на канал. Подписывайтесь на канал. На какой канал? Ты хоть знаешь, что это за негодяй? Канал? Негодяй. Негодяй. Негодяй ТВ. Скажи им, что в Инстаграме я делаю прямые эфиры. Скажи. В Инстаграме Жека делает прямые эфиры. И разыгрываю. И да разыгрывает нет, там призы. Денежные, неденежные. В общем, глаз гнездо. Парень. Глаз гнездо. Ну, скажи глаз гнездо. Глаз гнездо. Глаз гнездо.